«Нимфа и сатиры» – картина итальянского художника Себастьяно Риччи, написанная в период с 1712 по 1716 год, находится в Лувре. Уже в раннем периоде творчества Риччи отдавал предпочтение созданию картин на основе исторических, мифологических и библейских сюжетов. Не стало исключением и эта работа живописца с изображением красавицы-нимфы и покладистых сатиров, предположительно исполненная художником во время его пребывания в Англии в 1712-1716 годах. После освобождения из тюрьмы Риччи приехал в Болонью, где покровителем и заказчиком работ художника стал герцог Пармы Раннуччо II Форнезе. В Болонье живописец сначала работал для церкви Сан-Микеле дель Меркато в сотрудничестве с художником Фернандо Галибибьена. Затем Себастьяно Риччи создал по заказу герцога композицию «Пьетта» – «Оплакивание Христа» для женского монастыря Нового Капуцина. Еще в 1687-1688 годах Риччи написал цикл картин для дворца герцогини Форнезе, прославляющих жизнь и служение римского папы Павла III. Картина «Нимфы и сатиры» не уступает ранним работам художника и представляет собой образец мастерства живописца.